Что нас может спасти от ревизии? Простите, не нас, а вас. От ревизии нас может спасти только кража. Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать, операция? Операция? Почему? Чтобы никто не догадался. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему. Это неестественно. Законно. Дело для нас новое, неосвоенное. Точно, неосвоенное. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой уж, как вчера. Меня засосала в опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. Меня засосала в опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. А еще ведь как на грех тесто я поставила. Это не серьезно. Всего лишь мелкое хулиганство. Тяжело в учебе, легко в работе. Постой, паровоз, не стучите колеса. Есть время взглянуть в судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Со злом или без? Ну, естественно, со злом. Статья 89, пункт 2, до 6 лет. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Не мы, а вы.